Азербайджан, оставаясь верным принципам гуманизма, отправляет очередную помощь украинскому народу. Сегодня в Польшу будут отправлены медикаменты, продукты питания, а также средства первой необходимости. На протяжении долгих лет Азербайджан и Украину связывают крепкие партнерские и дружеские отношения. Сегодня, когда Украина нуждается в помощи, Азербайджан не остается в стороне. Гуманитарный груз из аэропорта Баку был доставлен сегодня в столицу Польши, Варшаву. Сумгаит и Черкасы связывают долгие партнерские отношения. Было осуществлено несколько взаимных визитов на разных уровнях. Принимая во внимание обращение украинской стороны и руководствуясь принципами гуманизма, жители Сумгаита собрали гуманитарную помощь. Продукты, товары первой необходимости, одежду, медикаменты и прочее. В помощь украинскому народу. Гуманитарная помощь общим весом 50 тонн подготовлена в ответ на официальный запрос Черкасской областной администрации Украины в Сумгаитское СГО по линии городов-партнеров и предназначена для нужд населения Черкас. Я рад, что очередная встреча проходит именно здесь, в символичном месте, в аэропорту города Баку. Именно отсюда отправляется очередная гуманитарная помощь Азербайджана Украине. И я хотел бы выразить слова искренней признательности дружественному Азербайджану, всему азербайджанскому народу за предоставление столь важной гуманитарной помощи Украине. Эта инициатива стала примером для других городов и регионов Азербайджана, которые начали активно предоставлять помощь Украине. Это жест настоящей дружбы между украинским и азербайджанским народами. Напомним, что 27 февраля Азербайджан направил в Украину первую гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование на сумму 6 миллионов евро. Всего с момента начала военных действий в Украине туда было отправлено 1500 тонн гуманитарных грузов на сумму 20 миллионов долларов США. Беновщина Назарова, Сеймур Гулиев, CBC.